Меня зовут Наталья Пастушенко. Давайте подготовимся к медитации. Возьмем чистую воду. Обязательно, чтобы эта чистая вода была в стекле, то есть в стеклянной бутылке. Берете красивую чистую воду. Таким образом вы выражаете любовь к себе. Берем стаканчик, красивый, приятный тоже, стеклянный стакан. Все должно вам очень нравиться, все должно быть красиво, с уважением и любовью к себе. То есть вы таким образом показываете Вселенной и повышаете свою вибрацию. Вот, вы показываете, что я для себя самое лучшее беру, вот, и выражаете таким образом любовь к себе. Вот, чистая вода в красивой, приятной бутылке, в красивом стакане. И наливаем эту воду себе в стакан. Стакан воды ставим рядом с собой, вот, и присаживаемся в удобное для вас положение. Занимаем положение сидя, выравниваем спину, ручки ложим себе на колени, ладошками вверх, закрываем глаза. Делаем один глубокий вдох через нос и выдох через рот. Еще делаем один глубокий вдох через нос и выдох через рот. На третьем глубоком вдохе и выдохе мы отпустим все сомнения, все страхи, все блоки, ограничения. Отпустим все то, что мешает жить нам лучшей жизнью здесь и сейчас. Глубокий вдох через нос и выдох через рот. Теперь представим канал энергии, который проходит за вашей спиной 1 сантиметр. Представляем это канал энергии. И в этот канал энергии спускается мощный белый поток света с космоса сверху. Он проходит через ваш канал, наполняет его энергией, очищает его. Сейчас вы мысленно представьте свой канал, который находится у вас за спиной, какой он широкий, узкий. Почистите этот канал ментально от всего лишнего. И представьте, как этот поток, поток с космоса, мощный, белый, проходит сквозь этот канал, наполняет вас. Все ваше тонкое тело наполняет чистой энергией изобилия, как наполняется. Вы почувствуете, как ваши плечи расправляются, как канал становится шире, больше. Мысленно расширьте канал
насколько это возможно. Вы почувствуете, как у вас становится ясность в голове, приходит ясность, появляются мысли, энергия, идеи, как вам хочется движение что-то воплощать. Сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот. А теперь представьте, как поток энергии, который идет с земли, наполняет ваш канал снизу. Этот канал находится вокруг вас. Представьте, какой он, что находится внутри. Если что-то мешает, то вы ментально почистите этот канал, который находится вокруг вас. Этот канал, эта сфера. И представьте, как мощный поток из недр земли поднимается вверх и наполняет. Наполняет ваше тонкое тело. Наполняет вас снизу до макушки головы. Он проходит сквозь вас, расширяет ваши возможности, вашу материализацию. Энергия Земли – это материализация всех ваших идей, материализация всего финансового вашего состояния, расширяет вашу финансовую емкость. Этот канал становится все чище, больше и наполняет вас энергией изобилия. Сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот. Почувствуйте огромный шар вокруг себя, как будто бы вы внутри огромной сферы, огромного шара. Это шар, это ваша энергия. А вы находитесь внутри. Внутри находится ваша сила. Ваша сила, которую вы впитали с неба и с недр земли, которую вы впитали с космоса, от Творца, от Высшего Духа Отца, и которую вы впитали от Матери Земли, от Духовной Матери Земли впиталась вся энергия в вас внутрь, и от Духовного Отца, который находится сверху, его свет в вас проник и напитал вас. Почувствуйте эту энергию, которая находится внутри вас. Посмотрите, какого цвета этот шар вокруг вас, ваша энергия, какого цвета, может он прозрачный, может он переливается, какие там есть уплотнения, что есть внутри. Это все ваша энергия. Вы ее можете трансформировать во что захотите. Вы ее можете мысленно представить любое движение. Вы можете мысленно удалить все блоки, ограничения, которые там есть. И вы можете вернуть свою энергию обратно к себе, которая находится за пределами этого шара, которую вы когда-то просто потратили на какие-то ненужные вам злости, на гнев, который вы эмоционировали, вот, и отдавали эту энергию впустую.
то есть наполняли вам разные ненужные провокации, вот, повелись на этот маятник, который вас раскачивал. Вот вы можете сейчас вернуть эту всю вашу утраченную энергию отовсюду за все года вашей жизни обратно к вам. Вы представьте, как вся ваша энергия отовсюду возвращается обратно к вам, в этот шар. Вы ее притягиваете отовсюду, сзади, снизу, сверху. Она везде начинает возвращаться в ваш шар энергии, наполняя все ваши тонкие тела, наполняя, уплотняя вашу ауру. Ваша энергия становится больше, качественнее, шар становится чище, ярче. Вы почувствуете, как этот шар наполняется энергией. И эта энергия вся находится внутри вас. Сейчас вы можете проговорить фразы. Повторяйте за мной эти предложения. На основании свободы воли моей души я возвращаю всю мою энергию обратно ко мне, которая была утрачена за все мои прошедшие года. Я возвращаю ее сейчас обратно ко мне. Вся моя энергия возвращается сейчас обратно ко мне. Сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот. Вы чувствуете, как этот поток отовсюду энергии возвращается к вам обратно, как вы наполняетесь своей же энергией. Поблагодарите Вселенную. Сейчас мы все вместе поблагодарим Вселенную за то, что она всегда помогает нам, всегда слышит нас, всегда дает нам лучшую жизнь. Я благодарю Вселенную за все то, что она мне дает. Я благодарю Вселенную за все то, что уже есть у меня. Я благодарю Вселенную за все блага этого мира. Я благодарю Вселенную за все то, что сейчас происходит в моей жизни и со мной. Ведь все это только к лучшему. Я благодарю Вселенную за свою лучшую жизнь. Делаем глубокий вдох через нос и выдох через рот. Теперь мы медленно открываем глаза и возвращаемся жить свою лучшую жизнь. Берем стакан воды, который напитался нашей энергией, вашей энергией, энергией изобилия, энергией любви,
И эту воду мы выпиваем. Таким образом усиливается медитация, усиливается практика. И мы будем чувствовать себя лучше, потому что вода имеет свойство запоминать информацию и может исцелять и менять наши нейронные связи. Потому что мы, когда проговаривали эту медитацию, мы залаживали информацию в воду, и информация к нам шла от Бога Отца, от Земли, от Бога Земли. Вот. То есть нам помогали стихии. Стихия воздуха. Мы находимся, вот у нас воздух. Нам помогала стихия воды. Вот в стакане воды. Нам помогала стихия огня. Это свет, который у нас в комнате. Мы можем зажечь свечку, например, просто включить лампу. Свечка будет, конечно, эффективнее. Вот. Мы обращались к матери Земля. То есть нам помогала стихия Земли. То есть нам помогали все стихии природы. Мы соединились полностью с Творцом, с Богом. Мы как частичка Бога, мы теперь к Нему присоединились, присоединились к своему Я, потому что энергия наша вся внутри нас. Мы ее, через нас проходит энергия сверху, через нас проходит энергия с Земли. То есть мы ее впитываем, мы каждый день взаимодействуем со всеми стихиями, с Богом, с пространством, со Вселенной. Это все вот Бог, энергия, пространство, Вселенная. Вот. И эти все энергии, они находятся внутри нас. Вся сила находится внутри нас. И мы можем на основании свободы выбора своей души, вот, и на основании свободы воли, потому что человек свободный и может мысленно притянуть к себе свою энергию, любую энергию, и воплотить все то, что хочет, материализовать. Главное, чтобы у человека была энергия. То есть энергию нужно прокачивать. Прокачивать медитациями, вот, как повторение, медитация равно успех. Вот, чем больше вы повторяете, вот, утром, вечером. То есть много не нужно, то есть тоже как бы, что сильно много, то, как говорится, нужно делать, больше делать. То есть медитация, она наполнила вас энергией, на этой энергии вы пошли действовать, воплощать в свою жизнь вот то, что вы хотите. Вот, мы выпиваем стакан воды. Наслаждаемся водой, вот, и идем жить свою лучшую жизнь, изобильную жизнь, действовать, делать. Вы после медитации, когда вы хотите какой-то вопрос задать самому себе, вот, или вы ищете вопрос извне, нет, вопрос находится внутри вас, только внутри вас, потому что внутри вас только сила. Вот, и вы лучше знаете, что вы хотите, вот, и как вам это действует. Вам просто нужна энергия, прокачивать энергию. Прокачивать энергию медитациями, действиями своими. То есть реализовывайте свой потенциал. Вот пошла энергия, наполнились, сразу пошли и сделали. Не откладывать, не думать, без страха, сомнений, вот, идете и воплощаете то, что вам пришло, какая мысль вам пришла, зажглись, сразу пошли делать. Вот.